Семейные ценности сквозь столетия. В Андреевке открылась фотовыставка «Царская семья. Любовь и милосердие». В экспозиции представлено 105 снимков Романовых в годы правления Николая II. О том, кто изображен на фотографиях и где они были сделаны, рассказывает аудиогид, который создали студенты и преподаватели Высшей школы экономики. Одни из первых посетителей выставки – Наталья и Кирилл Мамаевы. Говорят, им хотелось побольше узнать о жизни царской семьи и любви Николая II и Александры Федоровны. Разглядывая снимки, они не смогли пройти мимо семейного портрета Романовых. Это фотография, когда они всей семьей. Когда смотришь на них и думаешь, настолько даже фотография была проникнута была, именно их любовью. Прям действительно семья. Когда они все вместе, это вообще. Здесь представлена и серия крымских снимков. Николай II любил отдыхать на полуострове с семьей. Только в Севастополе он был 13 раз. Император осматривал корабли Черноморского флота, посещал храмы и Херсонес, чтобы оценить масштаб раскопок древнего полиса. Поддерживал археологические исследования и сохранение культурных памятников. Во время Первой мировой навещал раненых в госпиталях, уделял много времени общению с ветеранами Крымской войны. Крымские фотографии – это тоже уникальная часть выставки, тем более мы находимся в Крыму, в районе Севастополя. И, конечно же, Крым – это было любимое место царской семьи. Коллекция снимков продолжает пополняться. Ее собирает иеромонах Русской Православной Церкви Игнатий вместе с единомышленниками, которые организовывают выставки в разных городах и странах. В год семьи экспозиция пользуется особой популярностью. Царская семья является одним из символов любви и верности. Мы эту выставку сюда и приурочили. И надеемся, что многим участникам, которые придут на эту выставку, им понравится эта выставка. Эту фотовыставку уже увидели за рубежом – в Сербии, Италии, Румынии, Аргентине. В этом месяце она проходит сразу в нескольких регионах России – Ярославской, Московской областях и Севастополе, чтобы как можно больше людей смогли почувствовать атмосферу любви и уважения, которую поддерживали в семье последнего российского императора. Кристина Солдатенкова, Вероника Сурнина, Наталья Бабкевич, Анастасия Пипенко. Вести, Севастополь.